Да. Ну что, потолкуем с Эспаде. Началось. Что делаем дальше, Эспаде? Есть предложение? Вы не слушаете! Не слушаете! Закройся! Нападем на плантацию Хосе? Все, хватит с меня, Сингао. Ты ничего не сделаешь? Он это заслужил, Дэнни. Вот Хустисия Монтеро. Нет! Твой брат предал нас. Си, и всю жизнь будет за это расплачиваться. А ты готов сам признать свои ошибки? А ты, Камила? Я выбрала Кастильо. Потому что с Вивиром мы бы точно разбогатели. Я не верила в вас. Совсем. Винила вас в том, что вы не бойцы. Но папа был прав. Вера должна быть взаимной. Если вы хотите схватить Хосе, надо атаковать его табачные плантации. Мы уже попытались. Нет, все плантации сразу. Выманить солдат, охрану. Умно. К счастью, Филли все предусмотрела. Мы с этим разберемся. Круть, давайте разделимся. Ударим по КПП, блокпостам и прочему. Раз и все. Потом махнем на авиабазу. Ну хрен ли вы тормозить? Далее. Я рано составил финаль, Роберто. Хаста финаль. Ну мы же уже напали на КПП. Не упади в обморок, сейчас ты увидишь мой шедевр. Блин, там... Напал, мужик. Железная птица, адский огонь и надежда Запада. Ты летал на нем? Нет, ты что? Я высоты боюсь. Буду ветром под твоим брюхом. Отжарь Хосе, а я за тебя поболею. Подруби ему зон. Магия Филли, детка. Ужас, да блин, опять этот самолет, ёп. Эй, бум-бум. Ёпарсеты, опять на... Сожгите плантации от рамного замка. Моя цель — поля, накрытые желтым брезентом. О, господи, да бум-бум. Вашу мать. Ну вот, не знаю, бля, мой. Ладно, попробуем, бля. Посмотрим, что там у тебя, Филли. Магия Филли или какая там? Ну ладно. Твое. Повстанцы, все готовы? Перекличка. Сталкин, готова. Торрес, я здесь. Напал, мышек. Полет нормальный. Тирано, готова. Артега, погнали. Так, выманим солдат Хосе с авиабазы. А затем жахнем по нему так, чтобы имя твое забыл. Вперед, отожжем! А как бомбы-то съедать? Мы с напалмушком одно целое! Почувствуй ритм, героиня! Почувствуй его! Правда работает. Филли, ты долбанный гений! Бум! Грозь!
Пекеньо. Но это еще не все. Так, и куда теперь нам... Ой, да ёганый бабай, блин. И теперь Жанна... А что, бомбы закончились, что ли? А почему не стреляет? Блин, да где же? Ладно, мы сейчас зайдем вот по прямой, уйдем. И будем разворачивать. Виро, ты следующий, Хосе. Надо добраться до аэродрома. Артега, доложи обстановку. Никого не видно. Пошли, пошли! Ух, куда нам надо лететь? И это долбанный спецназ еще, сука, блин. Юга от базы. Все готовы. Стрелять-то можно уже или как? На 3 часа. Открыть огонь. Вижу слева камемьерда. Берегитесь. Оставайтесь на позиции. Ни шагу без моей команды. Вот это нас! Заходим с севера. Застанем их врасплох. Ну же, компай! Вперед! Эй! Нам нужна помощь! Мы под обстрелом! Вперед! Вперед! Право! Не дайте им прижать вас! Валите этих уродов! Не жалейте патрона! Черт, они повсюду! Нас отрезали! Повторяю! Нас отрезали! Паники, действуем по плану. Летим, летим. Нас сейчас всех перебьет нахрен, где подкрепление? Держитесь, подмога уже в пути. Повстанцы, доложите обстановку. Твою ж мать, Эспада. Они даже не поняли, что случилось. У меня все тихо. Даже начинаю верить в магию Филли. Нас потрепали, но мы в норме. И мы
опять дали такие, они спустят нас небес на землю. Отлично! Найдите всех гусанов, которые... А, тут туда мы не долетим. Нам надо заходить вот отсюда вот. Вот так вот надо заходить. Я так думаю. Или вот отсюда вот зайти. Вот отсюда. Вот так вот лучше заходить. То есть надо право разворот взять и заходить вот так. Нам удалось улизнуть. Данис, я буду ждать на авиабазе. У нас свидание с Хосе. Как скажешь. Летим. Летим. Отправляюсь туда. Все. Идут бои. Так, я не понял. Так, здесь вот эта винтовочка должна быть. Где она? СКС. СКС, ты где? Так, ну гранатомет, ладно. Вера, там! Держи Все, солдатос. Ушел. Его здесь нет. Понял. Ты уверена? Может, этот камемьерда где-нибудь прячется? Нет, он... Эх, он в клубе.
Бляха, муха, муха, бляха! Дани! Я уже сообразил. Арсенал. Да ёба! Так, этот закончился, да? Ну что, может вот этот наведется? Да с фейерверком моего! Да с фейерверком, бля! Убьешь ее, дам миллион. 2 миллиона! Иранские сигареты. Я думал, их не достать. Антон меня любит. Его солдаты трахнут и прикончат каждого из вас, поганых Монтеро! Не вижу здесь Антона. И друзей твоих тоже не вижу. Знаешь... Папа вручил мне этот клинок, когда мне было 7. Научил метать его, убивать им. Мы с отцом похожи. Ты смогла похоронить то, что от него осталось? В этом клинке не чувствуется мощь Яры, правда? Ты забрал мой дом! Моего отца. Пора что-то отдать. Нос бемос, Наполеон эль пекеньо. Да, ощущения не те. Алих ушел. Опять. Ну, это его выбор. А папа? У него был выбор. Он даже не видел наших побед. Будь он здесь, никаких побед бы не было. Как же! Королеве Либертат лучше знать! Я знаю, что он не передал бы тебе ни ферму, ни лагерь. Но ты же справилась. Эспада, ты нужна лагерю. Ты очень нужна, Либертат. Помоги нам, наконец, покончить с Кастилией. Она права, Эспада. Сейчас у Запада нет будущего. А у Либертат нет будущего без Запада. Монтеро не жмут рук. Мы пьем. Ну, за Монтеро. За будущее. Нова. Церковь Сен-Пабло Энспаратос. Если есть что сказать, скажи. Зачем мы здесь? Хаса тебе не нравился. И? Он вел себя мерзко. И? И был слаб. Мипапа говорил,
Бог дарует победу лишь львам. Религиозно. Мипопа любил Иисуса. Он говорил, Иисус мог бы стать отличным президентом Яры. Милый Антон, никогда не забывай, что Иисус был львом и агнцем. Правь строго, но сочувствуй страданиям других. Ты веришь в это? Когда его убили, нам с твоей бабушкой пришлось выживать одним. Ее ужасно раздражало, что отец так любит эту фразу. Ужасно. Да? Да, ведь он ошибался. Быть и львом, и агнцем — чушь. Она говорила, Антон, есть львы и есть овцы. Правь или повинуйся. Кастильо — это лев, а Яра полна овец. Я мало о ней знаю. Она всегда была такой сильной и умной, но в те годы женщине с ее цветом кожи не дали бы править. Мипопа был агнцем. Как и Хосе. Зачем мы здесь? Просто ты лев, а овцы — наша добыча. Да. Запад страны свободен благодаря тебе. Но нам нужно развить этот успех, иначе революция обречена. Максимус Матанцес и легенды нуждаются в твоей помощи. Я знаю. Спасибо, Клара. Ну что ж. Ну вот один мы этот самый закончили. Петушиные бои. Да ладно, ну их в баню. У нас тут бандитос. Я думал, нам дадут командира. Нет, не дали. Не дают в упор. Друзья, подходите. Вас ждет нечто потрясающее. Ладно. Что же этот Сингао творится с дверями? Нужно его усыпить. Да. Наконец-то. Хоть что-то. Да, ладно. Не нужно кому чего, а то я хочу сервесов. Ладно. Ну что ж, пойдемте к легендам. Пойдемте к тем сходим, ребятам, двум. К тем годовым сходим. Мы же можем к ним сходить, да. Вот какой-то шлемачок не слабый. А, ну это Пердита, да? Это Пердита. Тут мы уже тоже чуть-чуть почистили. Ясно. Понятно. Ну, пойдем познакомимся. Кстати, вот сюда можно сходить. Нет. Так. Ну что ж, пойдемте вот сюда. А сюда мы не высадимся, не? А жаль. Или вот отсюда лучше идти.
Ладно, молодцы, да, сгоняем, а тут увидим. Эй, Дани, покажешь верстаку, кто тут главный? Да, чё тут у тебя осталось-то тут? Мы уже как бы коменданты. Это надо вот это вот все скупить. Нево, я так понимаю. Вот это вот надо скупить. Это. Еще надо 300 на Мурана. От тебя пахнет, как от гауча. Хуан, ты сам-то в этом году принимал душ? Ага. Зачем? Когда можно постоять под дождем? Тось. Ты хорошо поработала в Мадругаде. Может, в честь этого закажешь новый Супремо? Да. Закажу. А как его заказать, новый Супремо? Хуан, почему ты доверяешь мне свои творения? Ты едва меня знаешь, Асера. На инструменте, созданном мастером, должен играть виртуоз. Я видел, как ты играешь, Дани. Как Стравинский под Адеролом. У тебя есть дар. Грасиас. Но лучше бы дар помог мне свалить с этого острова. Нет, не дают. Хуан, тебе что-нибудь нужно? Нужны Хуану лишь сигары, ром и комиксы, чтобы читать на толчке. Но будет славно, если ты принесешь еще обедненного урана. Я тогда тебе такое оружие сделаю, охренеешь. Ладно, то есть нам мы должны у него выкупить все. Я понял. Я понял. Да. Ягуара, получаешь часть его силы. Разве нет? Большой кот заслужил. Да, Дани, поговорим о деле. Так, ну тут... Поговорим о деле. А что нам делать? К этим-то только на катере мы можем приплыть. Да ладно, вот на этом доплывем. Тут недалеко. Сейчас там нам надо достроить эти. Поедем знакомиться. Так, ну что, друзья, вот мы и закончили историю Монтера. Продолжаем дальше.